Всех приветствую. У нас на ремонте Renault Megane 2. Будем менять втулки переднего стабилизатора. Проблема следующего характера. Меняли втулки на родные. Родные идут диаметром 19,5 мм. На кочках, на полицейском в сухую погоду бывает пробивают скрип. И несмотря на то, что втулки новые, все равно есть на них люфт. Вы смотрели на Drive 2, то, что можно заменить их на втулки с Nissan. Вот такой вот каталожный номер я оставлю в описании. Здесь диаметр 18. Сейчас будем устанавливать, посмотрим, взаимозаменяемы ли они. И со временем уже будем следить за тем, насколько это эффективно. Будем поддерживать связь с владельцем. Так, ну, собственно, для замены нужно будет заднюю траверсу открутить. Я вот так вот приспускаю подрамник, установил головку, чтобы было удобно. И все, вот есть доступ, и я сейчас буду откручивать втулочку. С правой стороны по ходу движения легче ее открутить вот с внутренней стороны. Вполне все доступно, за рулевой рейкой, головочкой. Вот она, без проблем. Так, открутили мы полностью втулки стабилизатора, сняли соскобой. Еще я пооткручивал стоечки стабилизатора снизу, чтобы было удобно снимать и устанавливать обратно. Вот вторая втулка еще здесь соскобой на месте. Собственно, что остается? Вот в сравнении втулки Nissan и втулки родные с Megane. Все, что отличается по высоте. Ну, мы так прикинули, по высоте проблем у нас не будет. Вожмется за счет того, что здесь резина. Все будет хорошо. Единственное, что здесь снизу пластик. Вот. И он не садится в посадочное место в скобу. Сейчас вот эти вот уши боковые подтачиваем и устанавливаем. Посмотрим, получится или нет. Так, все, сточили мы с каждой стороны напильничком понемногу. Родной становился без проблем за счет того, что на родных это же у нас резина идет, вот эти борта. А здесь пластик. Вот так вот, грубо говоря, по миллиметру с каждой стороны стачиваем. И все, сюда она уже заходит без проблем. Сейчас подготовим вторую, соберем полностью и будем устанавливать. Видно. Собственно, втулки стабилизатора у нас уже на месте. Все получилось, установили. Обжал стабилизатор полностью. Теперь будем следить, смотреть за отзывами, как себя будет вести. Втулочки это у нас правая сторона. Сейчас вот тут левую сниму. Вот видно отлично. В общем, кому будет интересно, пишите в комментариях по поводу отзывов. Через время по пробегу проследим и скажем, сколько отходили, какие впечатления. Вот как-то так.